Коллеги, день добрый. Я Александр Эдигер, директор по научным разработкам компании Faberlic. И у нас сегодня очень и очень важная тема. Ситуация с коронавирусом, которая сейчас происходит не только в России, но и в мире, заставила очень многих как ученых, так и практиков, так и просто обыкновенных людей немножко изменить в правильном направлении свое отношение к собственной иммунной системе в первую очередь. И вообще к способам защиты от таких угроз. А угроза – это серьезно. И отношение к ней должно быть максимально серьезным. У нас огромная мешанина в голове терминологическая, понятийная. Никто не понимает, что такое профилактика, никто не понимает, что такое вакцины, что такое лекарства и что такое в сущности иммунитет. И, к великому сожалению, огромная мешанина в интернете, в средствах массовой информации на эту тему. Моя задача сегодня — быть максимально точным. Я постараюсь выдержать не только терминологию, но и понятийную систему. Друзья мои, мы не будем лечить нашими продуктами коронавирус. Мы не будем профилактировать коронавирус. Мы будем заниматься гораздо более общей и важной для каждого из нас проблемой, а именно заниматься управлением собственным иммунитетом. Обратите внимание, этот иммунитет нам необходим не только для коронавируса, но и для защиты от, назовем это так, коктейля из повседневных инфекций, банальных и существующих вокруг нас постоянно. Не только против них, против наших внутренних угроз и так далее, и тому подобное. И давайте все-таки по сути. Продукты Faberlic, о которых я сегодня расскажу, и некоторые из них достаточно подробно, некоторые упомяну, они интересны вот чем. Как выясняется по последним тревожным сводкам, тревожным сведениям, мы умудрились, разрабатывая эти продукты, мы умудрились не только сделать их по последним трендам, по последним научным новостям и мощнейшим теоретическим выкладкам, мы еще и немножечко их даже опередили. Начинаю, с вашего позволения. Белковый коктейль, линейка коктейлей Faberlic. Мы это недостаточно подробно говорили, но тем не менее. Главные компоненты – это легко усвояемые белки, это гидролизат коллагена, это биотин, это витаминно-минеральный комплекс, сахарозаменители, функциональные жиры и пищевые волокна. Что в этом продукте является максимально важным, существенным, ключевым? Это, безусловно, белковый комплекс легко усвояемых белков. Нынешней ночью мне удалось пообщаться с директором Института молекулярной биологии при Венском университете, который был любезен и точно ответил на вопрос, а потом прислал презентацию. Коллеги, одно из важнейших условий сейчас не просто выработки антител и не просто общего оздоровления, но конкретного успеха при встрече с коронавирусом является точное соблюдение белковой диеты, диеты, богатой белками. Белковый коктейль Faberlic ее обеспечивает в полной мере. А теперь об остальных продуктах, каждый из которых представляет из себя, что называется, точечный удар или таргетное воздействие, как будто мы из мощного, хорошего старинного арбалета попадаем точно в яблочко. Травяной сбор иммунити. Это 4 растительных компонента. Омега-3,6,9 – это полноценный набор жирных кислот, из которых 70% составляют полиненасыщенные жирные кислоты. Алоэ, как это он точно называется, сейчас вам точно скажу, он называется алоэ-баланс. И, наконец, живица. Коллеги, все эти продукты, каждый из них имеет в очень сложной системе и клеточного, и гуморального иммунитета, имеет свою точку приложения. Почему нужно было бы в идеале применять их все? Потому что точек этих очень много. Это и элементы антиоксидантного воздействия на иммунные клетки, то есть каждая клетка, которая получает в составе и алоэ, и живицы, и иммунити, получает антиоксиданты, и, безусловно, в омега-3,6,9. Иммунная клетка становится гораздо более активной, мощной и хорошо работающей. Это и, в первую очередь, это полиненасыщенные жирные кислоты, которые великолепно стабилизируют мембраны иммунных клеток, и макрофагов, и лейкоцитов, и в том числе лимфоцитарного ряда.
Это и некоторые растительные компоненты, отдельно стоящие от всего, в том числе в сборе иммунити и в соке алоэ, которые напрямую работают на синтез антител, на синтез тяжелых белков-глобулинов. Живица стоит особняком, потому что кедровое масло – это, пожалуй, один из совершенно уникальных наборов биологически активных веществ, жирорастворимых или находящихся в состоянии жировой эмульсии, который позволяет улучшить синтез белка. Почему под словом «белок» сегодняшнее сообщение, собственно, стоит под лозунгом «белок»? Мы можем очень долго, не мы, а в данном случае исследователи, теоретики, могут очень долго сочинять колоссальные тома по воздействию на иммунную систему, но снабжение полноценным набором заменимых и незаменимых аминокислот в легко усвояемой форме становится краеугольным камнем, без которого все остальные усилия по стабилизации и модуляции иммунной системы становятся просто бессмысленны. Почему мы сегодня об этом, о всем говорим? Ну, во-первых, это злоба дня, потому что вакцин нет. Когда они появятся, одному Богу известно. И предложил бы, уважаемой аудитории, перестать слушать пророков, как оптимистов, так и пессимистов, и те, и другие, к сожалению, говорят от себя, вместо того, чтобы говорить от некой объективной реальности. Соответственно, профилактика любых проблем, в том числе коронавируса, это ситуация с так называемым неспецифической, то есть нужно в целом повысить уровень иммунной готовности. Спасибо за внимание.